Европейское кино сегодня переживает кризис, о котором всем известно, так как это не только кинематографический, но также и коммерческий, экономический кризис. Этот кризис затронул уже целый мир, и не только кино, но также и другие сферы. И я считаю, что самая большая проблема кино – это телевидение, к сожалению, так как оно поглощает кино и очень сильно ему вредит. И, скорее всего, в будущем нам всем придется перейти на телевидение, так как потребность в зрелищах будет всегда, и всегда будут фильмы, и всегда будут те, кто их снимает. Второй отрицательный фактор для европейского кино – это вторжение, если хотите, американского кино, которое пользуется протекционистской политикой, которая закрывает границы Америки для международного и европейского кино, которое экспортирует свои, но никогда не импортирует чужие фильмы. Это приводит к упадку местной национальной киноиндустрии, и это сейчас огромная проблема. А если бы вы начали жизнь сначала, вы также бы избрали карьеру в кино? Да, я скорее бы продолжил делать то, что я уже делал, учитывая то, что кино вовсе было не моим выбором. Я попал в кино совершенно случайно. Вы были совершенно один? Да, один, и все это случилось совершенно случайно. Случайно? А как это случайно? Расскажите. Ну, это все началось из-за моей любви к одной женщине. Женщине, которую я встретил, и которая была женой кинорежиссера, и которая хотела, чтобы я выполнил вот эту работу. Такой был ее каприз. И это она фактически дала мне роль. Ее муж совершенно не хотел меня брать, но она как-то его уговорила, и я тоже совершенно не хотел, но из уважения, из любезности к ней решил согласиться на разок, только лишь для того, чтобы доставить ей удовольствие, так как я любил ее, и я выполнил этот ее каприз только лишь из вежливости. Это невероятно, это все звучит как сон вообще, как мечта. Да, совершенно верно, потому что, как я уже объяснял, эта работа, это было некое чудо. А что я имею в виду? Что все молодые люди, мечтающие попасть в кино, спят и видят, как однажды придет к ним кинорежиссер и скажет, что «я хочу снимать тебя в кино». В моем же случае я никогда не хотел и никогда не мечтал. Но случилось так, что именно кино само пришло ко мне и втянуло меня в этот мир, совершенно меня не спрашивая. И только потому, что кино само взяло меня за руку, я и стал киноактером. Но самое невероятное, что я сразу же почувствовал себя как рыба в воде. И с той поры и до сих пор я продолжаю эту работу и еще ни разу не остановился. Как любопытно, я и не знала, что все это было лишь из-за любви к женщине. Да, и вся жизнь, как вы знаете, происходит только из-за любви к женщине. Я должен вам сказать, что это женщины сейчас правят миром по существу, поскольку или в кино, или в бизнесе, или в коммерции, не знаю, в банках, в политике, везде женщины, и все для женщин. Сейчас женщины получили гораздо больше возможностей править этим миром. Мы с вами знаем, например, мадам Ганди, мадам Тэтчер и много других. И вы, как женщина, это знаете гораздо лучше меня. Месье Делон, вы настоящий миф и символ идеального мужчины для миллионов женщин по всему миру. Согласны ли вы с таким мнением? И что вы такого делаете для сохранения этого имиджа? Ну, прежде всего, такое мнение – это просто мнение. Это не догма и не истина.
Это раз. Но раз так кто-то считает, то я очень этому рад и очень этим горжусь. Второе, это не я, а именно вы, ну и еще несколько женщин, которые так считают, сделали меня своим символом. Это вы все решили, что я секс-символ. Это вовсе не мое решение. И все, что я сделал, это родился таким, каким я есть. И вся удача, возможно, это иметь такую мать, которую я имел. А второе, что я всегда хотел заниматься тем, что я люблю. И у меня воле случая появилась возможность через мою работу стать известным во всем мире. И вот в один прекрасный день мне говорят то, что вы сейчас сказали. Но ведь это вы, женщины, так решили. И может быть потому, что я всегда был мужчиной, который любил женщин, и который всегда был любим женщинами. И я верю, что именно это и привело женщин к такому решению о том, что вы сейчас сказали. И когда я говорю, что вы это решили, вы сделали это своим энтузиазмом. Плюс еще тот успех, который я получил благодаря своим фильмам, своей кинокарьере, которая у меня есть. И именно эта карьера сделала меня таким, который сейчас сидит здесь перед вами сегодня. Так что, если хотите, я обязан всем моей публике, а среди этой публики 90% – это женщины. А среди множества женщин вы не могли бы назвать свою самую любимую? Моя любимая женщина – это… А вот кого назвал Ален Делон, мы с вами узнаем в следующем выпуске. Беспощадная война, вспыхнувшая в клане Делонов, разгорается с каждым новым днем. Все поклонники Алена Делона с большой тревогой следят за развитием событий только на нашем канале, где вышло уже с десяток ошеломительных видеовыпусков. И все подробности о том, что же там по правде происходит и за что воюют Делоны, знают все подписчики нашего канала. А если вы пока еще не в их числе, то сейчас самое время это сделать. И не забудьте включить колокольчик, чтобы никогда не пропускать наши самые интересные новинки.